Настя, как ты думаешь, какой фильм является достоянием российского кинематографа? Фу, откуда же я знаю? За год выходит так много фильмов, и, кстати, не все из них хорошие. И тем более, ты знаешь, я фильмы не смотрю, я больше по телевизионным проектам, каналы на YouTube. И чем же тебя привлекают телевизионные проекты? Ну как чем? Понимаешь, в них больше реалий, больше правдивой информации. Вот знаешь, нет какой-то завуалированности, как в кино. Так, не знаю, кино мне больше нравится, знаешь, вот тем, что можно окунуться в нереальную жизнь. Да еще это весьма трудоемкий процесс, это написание сценариев, ну это сложная работа. А, то есть, по-твоему, на телевидении все легко? Нет, ну не легко, но просто телевидение, оно проще. Да не проще это. Ты понимаешь, что на телевидении ежедневный риск, прямой эфир, я не знаю, борьба за право представлять актуальную свежую информацию первыми. В конце концов, эти постоянные дедлайны и бешеный темп жизни. А в кино нет рисков и конкуренции, да? Хорошо, я не буду спорить с тобой. Пожалуй, соглашусь, что и кино, и телевидение – это сложные виды деятельности. Что-то их разграничивает, что-то объединяет. Но знаешь, нужно отметить одно. Самое главное, и там – это работа команды. Вот, кстати, насчет командной работы в сфере кинотелеискусства. Наши ребята подготовили сюжет об этой теме. Посмотрим? Конечно. Надеюсь, они работали слаженно. Я тоже надеюсь. Вы же знаете, что в Академии много кафедр, но одна из самых интересных – кафедра кинотелеискусства. И сейчас мы вас с ней познакомим. А почему она у нас самая интересная? Ну как почему? Потому что я на ней учусь. Но у нас же есть тоже много разных направлений. Почему именно это? Давай поговорим об этом позже, а сейчас я хочу рассказать в целом о нашей кафедре. На кафедре кинотелеискусства обучается более 100 человек. И после этого медиамир встречает красивых и амбициозных ведущих, режиссеров и операторов. Вообще, я думаю, что самое главное на телевидении – это режиссура. А я считаю, что главнее всего операторское искусство. Подожди, а как же ведущие? Ну, без них же не обойдешься. Самое важное – это монтаж. Ладно, давай тогда разделимся и выясним, какая же телевизионная профессия все-таки важнее. Хорошо, давай. Кафедра кинотелеискусства – это то место, где вас научат всем азам, основам монтажа, журналистики, киноязыка. Вы будете уметь и снимать, и монтировать это все, и выпускать это все в эфир. Сможете вести свой YouTube-канал, Instagram, просто будете вот такие. Кафедра кинотелеискусства нашей академии существует уже более 15 лет, наверное. Для того, чтобы вызвать у наших зрителей вот это «слезами обольюсь», для этого нужно, конечно, очень много работать. И самое главное для режиссера – это видеть необычное в обычной окружающей жизни. Наши студенты после выпуска нашей кафедры работают на всевозможных теле- и радиоканалах, в медийных организациях. Ну, то есть там, где они пожелают, где их возжелают. Занятия делятся на две части – теория и практика, где ребята могут закрепить свои знания. Например, каждый студент пробует себя на проекте кафедры «Студенческие новости», который выходит на республиканском телеканале «Луганск-24». Наша кафедра подготавливает высококлассных специалистов, которые самостоятельно могут сделать любой проект. Человек, окончивший обучение, может выбирать работу в любой сфере медиа. Во время обучения ребята принимают участие в различных всероссийских и международных конкурсах, показывают результаты своего труда, имеют возможность пообщаться с гуру телевидения и получить их профессиональную оценку. Студенты изучают многие дисциплины. Среди них режиссура, сценарное и актерское мастерство,
сценическая речь, монтаж, а также социогуманитарные дисциплины. После выпуска многие студенты работают на центральных российских телеканалах, журналах, а также занимаются творчеством. Ань, а что тут случилось? Я не могу записать стендап. Я думала, что могу сделать все сама и написать текст, снять и смонтировать. Но я сижу уже полчаса и не могу разобраться с этой камерой. Давай я тебе помогу. Жень, спасибо тебе большое, что помог записать стендап. Без тебя у меня бы реально ничего не вышло. Да, оказывается, у нас все главное, и все зависят друг от друга. А как ты думаешь, чем связаны между собой именно кафедры Академии? Пойдем выясним это вместе. Пойдем. Кафедра, наши студенты. Но хочется отметить, что не было бы у нас такой крутой команды, классной команды студентов, если бы не было наших преподавателей, наших наставников. И мы рады представить наших преподавателей, нашим дорогим зрителям. Сегодня у нас в гостях заведующая кафедры кинотелеискусств, кандидат философских наук, доцент Романова Наталья Валерьевна. И старший преподаватель кафедры кинотелеискусства Гурская Ольга Владимировна. Хочется вернуться в самое начало, 2002 год, когда создавалась Академия. Как создалась кафедра кинотелеискусства? Ну что я тебе могу сказать, что в 2002 году я была студенткой первого курса, и Ольга Владимировна тоже. И, наверное, о том, как создавалась кафедра, лучше знает Василий Кирсантович. Ольга Владимировна была студенткой кафедры кинотелеискусства, а я была студенткой кафедры театрального искусства. И вот, наверное... Как себя ощущали студенты, Ольга Владимировна, лучше вам расскажет. Ну, конечно. Первое, это ничем не сравнимо, потому что вместе с нами и строилась Академия. В прямом смысле слова, потому что... После... И физически тоже. Да, первые у нас пары проходили на телевидении, потому что мы такие модные были, потому что просто не было где заниматься, честно. Все только достраивалось, докрашивалось. Мы после пар шли, там, где сейчас у вас лекционный зал, да, лекционный и балетный зал. Это был спортзал, как будто... будущий спортзал, где была трава, которую мы косили, которую мы ее собирали, мы там что-то докрашивали, что-то доделывали, и это нас никто не гнал, не заставлял, это нам хотелось, нам, мы верили в то, что вот сейчас год, два, три, и будет самое классное здание, самая классная академия, будет, мы будем самые хорошие студенты, и при всем при этом, ну, отдам должное, преподаватели, те, которые у нас были первые, они настолько смогли нам объяснить, что это нам нужно, что для нас это важно, что мы получаем профессию, не только профессию, но еще мы формируемся как люди, как личности, там, через труд, через отношение к себе, к преподавателю, к вузу, уважение к вузу. Это очень важно и очень нужно. И если сейчас у студента вот... Ну, давайте так честно, мы приходим в академию, та академия, которая сейчас, да, дух вот этот вот, ты приходите все тусоваться, вы приходите здесь совсем по-другому, воздух другой, атмосфера другая совсем, вы другие, вы добрее, вы позитивнее, вы отзывчивее, наши студенты, я не хвалю вас, конечно, но... Мы совсем по-другому дышим, разговариваем и мыслим, правда. Нежели студенты других вузов. Других вузов, творческая, да. Специальность, она особенно и откладывает. И когда ты переступаешь порог, да, через академию, ты заходишь, вот первые колонны, которые ты видишь, и тебе хочется творить, дышать, вдохновлять. Вот то же самое мы испытывали, когда переходили порог, и когда были облупленные стены, когда не было этих толком колонн. Но нам казалось, что вот совсем немножко, и что-то будет большое, и что-то будет настоящее, которое сыграет какую-то роль в творчестве, в культуре, в искусстве Луганской области. Наталья Валерьевна, опишите
студента нашей кафедры. Чем он, может быть, отличается от студентов других кафедр? Вы знаете, мне кажется, что нам идут учиться не только те ребята, которые красивые хотят быть в кадре, да, такое поверхностное понимание этой профессии, но меня очень радует, что к нам еще идут ребята думающие, и у нас же сложно учиться на кафедре. Да? Согласны? Вот специфика сложно. Того, что я всегда стараюсь на вступительных экзаменах рассказать это ребятам, и те, кто понимает, что он не туда попал, чтобы сразу не шел, не тратил время просто. Случайных людей не может быть. Они сразу теряются, буквально в первые полгода, потому что понимают, что за этой красивой картинкой стоит огромный труд. Ты должен придумать, да, режиссерский ход, ты должен уметь технически это свести, ты должен написать сценарий, который, вот казалось бы, как просто элементарное интервью. Но мы же прекрасно понимаем, что человека нужно раскрыть, да, в определенной теме, или это личностное интервью, или как это может быть. Множество подходов, это очень ведь сложно. И меня радует, что наши студенты, они думающие. И мы, конечно, помогаем и заставляем их расширить этот диапазон знаний, желаний познавать. Все-таки, мне кажется, вот... Наша кафедра этим и отличается, что у них не просто есть налет красоты и себя самолюбование, а еще есть умение и желание познавать что-то новое в области профессии. Вот этим вы отличаетесь. Да. Люблю вас. Вас тоже. Ну, хотелось бы, конечно, затронуть наши достижения, да, вот поговорить о конкурсах и фестивалях. Угу. Мы в них принимаем активное участие. И расскажите, вот какие это конкурсы, в каких странах? Ну... Мы принимаем участие в разных конкурсах, да, максимально. Мы не везде можем выехать, но мне кажется, еще плюс нашей профессии в том, что мы можем отправить видеоработу свою, да, хоть в любую точку мира. Хореографы не могут свою картинку отправить, да, им нужно собраться и поехать, показать себя, там, музыканты. А мы можем отправить свои работы. Это и международные конкурсы, проходящие в России. Это у нас есть победы, мы участвуем в огромном международном конкурсе, который проходил в Казахстане. Да, помните, София выигрывала. Казань. В Казани победителями были. Украинские, тем не менее, тоже. Ну, украинских мы сейчас побеждали, конечно, да, же. Да. Мы во времена Украины жили больше, да, дольше этот процесс был наш. Мы тоже в рамках Украины были ярким вузом, который выращивал очень неплохие кадры. И сейчас же у нас все равно есть студенты, те, которые из Украины у нас учатся. Есть ребята, которые работают тоже в Киеве, хотя, как бы ни казалось, это политическая ситуация там сложная. Но в первую очередь смотрят на их профессионализм. Я думаю, что... Да, это еще говорит о том, что мы таки учим неплохо. А вот хотелось бы еще затронуть тему конкурса, да? Вот что дают ребятам такие конкурсы? Вы знаете, вот я же о себе могу сказать, да, вот не только участие в конкурсах, мы же стараемся тоже, вот педагоги, поехать на какие-то конференции, съездить тоже на конкурсы. Мы же не можем жить в закрытом пространстве. Мы здесь кто? Вот одна кафедра, мы живем между собой, общаемся, но мы же должны видеть мир, мы же должны видеть работы своих коллег, мы должны видеть... Я не могу сказать, что неприятно, когда ты приезжаешь и понимаешь, что твои работы лучше, да? Ну, молодцы мы, замечательно. Но также очень интересно увидеть более сильные работы и понимать, в каком направлении нужно двигаться, что нам нужно изменить. И когда коллеги делятся этими секретами, как преподнести это, как этому научиться, как это передать студентам, это замечательно. Мы и студенты едут, смотрят, но студенты немножко по-другому смотрят на все эти конкурсы, нежели мы. Да, мы как-то вот с методической точки зрения, с профессиональной, что же улучшить, и то у нас есть, а студентов еще же всегда удивляет другой мир. Другая страна, другой город. А потом со временем они начнут понимать и оценивать, что, слушайте, да многое же и на нашей кафедре давали, и то-то, и то-то. И в чем еще секрет вот нашей кафедры? Мы, не имея дорогих технических средств, заставляя студентов своим мозгом, умением придумать то, что самое сложное. Вы знаете, с хорошей техникой работать замечательно. А когда ты умеешь выкрутиться из малых технических средств, вывести это все своими знаниями, умением творить, вот это просто высший пилотаж. Вот это, наверное, самое главное, то умение, которое мы даем нашим ребятам. Раз мы затронули тему конкурса, хочется упомянуть наш конкурс-фестиваль. Это «Мастер Гаскоин». Он прошел несколько месяцев назад, и он проходит раз в два года. Давайте вспомним, как это было. Mm-hmm.
конкурс «Мастер Гасконь». Ну, конечно, интересно было бы услышать его историю, вообще идею создания. Ну, это какой же был конкурс? Это по счету? Шестой конкурс был, да? Ну, вообще идея создания пришла ректору. Ну, он же у нас человек очень активный. Творческий. Да, творческий, человек, который не сидит на месте. Вот, вы знаете, он такой большой генератор, действительно. Мы иногда, нам тяжело от этого, от потока идей, но когда это перерабатываешь и включаешься в это создание и помощь ректору, вот понимаешь, что, ну, действительно это нужно. Мы же не стоим на месте. И это интересные процессы и для ребят, и для студентов, и для педагогов, которые и отсматривают эти работы, которые тоже являются членами жюри. И большая же работа с нашими коллегами. Мы же стараемся найти и отправить приглашения, да, получаем обратно работы ребят, которые живут, ну, в разных городах, разных странах. В этом году, ну, вот, кроме России, еще у нас была Грузия. Армения у нас была, да, вот, чего раньше не было. Спасибо большое, много ребят очень откликнулись. И вузы профессиональные, непрофессиональные вузы, и детские киностудии. То есть объем работ был большой. В этом году было больше 100 работ. Ну, это хорошее количество конкурсантов. Что важно, всегда к нам приезжают очень интересные люди. Да, гости, вот, жюри, да, вот, всегда очень достойные. И мы всегда стараемся, знаете, в этом же конкурсе еще принимают участие наши студенты, кроме всех остальных. И своих оценивать всегда сложно. И мы все-таки последнее слово всегда отдаем председателю. Вот он отсматривает и ставит свое последнее слово. Конечно, честно говоря, в таком конкурсе, смотря на работы своих ребят, ты их стараешься, ну, занижать. Правда. Потому что скажут, ну, вот своих-то поощрили, своих подтянули. Нет, ни в коем случае. Мы немножечко по-другому к этому относимся. Нам хочется, чтобы о нас хорошо сказали другие. И поэтому вот когда председатель выбрал гран-при, да, это работа нашей выпускницы, выбрал еще какие-то работы, было очень приятно. Он говорил, ну нет, ну вы что, гран-при, это очевидно. Было очень приятно. Для нас, честно говоря, не было это очевидно. Мы думали, да, ну нет, может быть и не эта работа, и другая там достойная, и та. Поэтому это, ну, хорошая работа, которая нас развивает. Хочется еще упомянуть проект такой, как интернет-телевидение. Там, помимо студенческих новостей, еще выкладывают лучшие студенческие работы. Да, интернет-телевидение. Mm-hmm. Вообще, чья идея была создать? Ведь это же очень трудно, да? Нужно залить на YouTube, нужно организовать это все. Настюш, я тебе скажу, да, залить на YouTube это самое простое, что возможно. Ну, нужно же что-то залить, что-то крутое. Но опять-таки, да, идея чья? Ректора. Правда. Он у нас такой огромный генератор идей. Действительно, он как-то успевает все, у него такая огромная фантазия. И когда пришла мысль о том, что, ну, о нас же должны знать и видеть, и слышать, это же тоже очень важно. Прекрасно, когда мы вот здесь в студии делаем свой продукт, а толку, если его никто не видит? Ну, мы же должны об этом говорить. А вы должны делать его достойно, для того, чтобы не стыдно было показать всему миру, всему пространству. И, ну, давай ты скажешь то, что каждая кафедра, в принципе, ее видно, да? Там театральная кафедра, она на всех мероприятиях, да, городских, областных, региональных. И спектакли тоже, да, свои создания. Все. А мы, по большому счету, мы работаем, но где это видно? Нас же не видно, кроме как, да? Конечно, да, вот чувствуется. Конечно же, нас должно быть видно. И вот появилась такая идея создать интернет-телевидение. А потом, конечно, мы начали думать о структуре, как ее наполнить. Это тоже не должно быть хаотично, что попало, разные работы, вот набросали. Конечно же, потом создалась
отдельные рубрики, продумали такие вот проекты, чтобы, опять-таки, проект жил не полгода или год, а несколько лет. И мы постарались завести учебную программу таким образом, чтобы вот каждый студент мог попадать, каждый семестр лучшие работы студентов попадали в эти рубрики. Допустим, там, если это первый курс, то это проба пера. Да? Какие-то маленькие работки, всегда там на полторы минутки, две максимум, лучшие. Мы не берем всех студентов, да, вы же это знаете, лучшие работы отбираются и выкладываются периодически в интернет. Потом вот вы в прошлом году делали фильмы-портреты исторические, да? Это есть тоже такая рубрика отдельная, которая как называется? Луганский луганчане. Луганский луганчане, да, мы говорим там о известных людях Луганска. В прошлом году делал... Зеленая лошадь. Да, вот «Зеленая лошадь», у нас есть такой проект. Ну, это такой местный материал, этот... Иван Петрович Харунжи завел такую тему, он вам на пятом курсе расскажет, почему зеленая лошадь. Да, сразу это не знают студенты с первого курса. Кто сделал? Зеленая лошадь? Шипляков. С Ольгой Владимировной. Шипляков. Это было очень быстро запустить, поэтому это делали очень быстро. Да, Ольга Владимировна идея, она тоже у нас генератор идей бесконечных. Множество идей приходит. И она будет трансформироваться там, в процессе переделаться, пока висит так. Хочу перейти к актуальному вопросу лично для себя и для Анастасии, вот для третьего курса, четвертого. Это вопрос практики. Угу. Каким образом Академия способствует прохождению практики? Что она может дать, помочь вот, для студента? А что помочь? Направить. Направить? Ну, как бы проблем с направлением вообще, в принципе, не существует. Если вот по региону... У нас практику можно пройти где угодно. Грубо говоря, кто-то хочет уехать в маленький город и пройти в своих телеканалах. Такое тоже есть. Там Алчевск или Ровеньки есть свои студии. Кто-то хочет остаться в Луганске на телеканале, пожалуйста. Кто-то хочет пойти на радио тоже. Пресс-службы всегда с удовольствием нас принимают. Кто-то хочет поехать дальше в Донецк, пожалуйста. Кто-то в Москву, в Ростов, в Краснодар, тоже. Чего происходит каждый год. Но особенность только сложности в чем поездки в другой город? Чтобы вас могли родители вам дать денег на то, чтобы вы проживали там. Конечно же, это никто не профинансирует. А вопросы писем и сотрудничества с большими каналами – это не проблема. Нас всегда с удовольствием берут. Всегда. То есть на любую практику мы можем рассчитывать? Можем, конечно. Мы списываемся. И сама пишет письма, да? Взаимно со студентом. То есть это такой вопрос индивидуальный. Вот ты, допустим, мне говоришь, куда ты хочешь пойти на практику? Ну, допустим, в какой-то федеральный канал. Россия. На какой-то Россия-24. Россия-24. Ну, допустим. Мы, допустим, вот с этим каналом, если мы раньше не работали, да? Да. Мы находим их интернет-адреса, пишем официальное письмо и говорим, мы бы хотели к вам направить на практику наших студентов. Не против ли вы? Но я хочу сказать, что 95% нам не отказывают. Говорит, да, пожалуйста, приезжайте. Все поможем, все. Ну, пожалуйста, приезжайте. Если ваши студенты активны, если сами не... Вы понимаете, что такое практикант? Ну вот, где бы это ни было. Мы в феврале это поймем. Да, давайте я вам расскажу секрет. В том, что вы должны зайти и не сидеть вот так вот, не сесть в уголочек на стуле и говорить, ну дайте мне работу, дайте мне работу. Никто не даст, и никто не обратит на вас внимания. Правда. Вы должны, как настоящий режиссер, там, телеведущий, вникнуть в это состояние и понимать, ой, а кому тут надо помочь? И когда спрашивают, кто на съемке, ой, можно я постою? А можно я микрофон подержу? А можно я стану за камеру? А можно я попробую стендап написать? То есть, а я хочу, бесконечно я хочу. Ой, я готов тут еще и остаться, и можно я напишу, а вы проверите, а может быть вдруг вы мне разрешите что-то там свести и смонтировать, но я всегда говорю так, что потом после практики, когда приезжают наши студенты, они говорят, честно говорят, мы удивили их всех. Когда они поняли, что мы можем и снимать, и монтировать, и тексты писать, у всех волосы встали. Потому что таких многостаночников никто не учит. Это правда очень тяжело. Вот нам, как педагогам, это очень сложно. Мы сами как бы в это ввязались, но мы, понимая, какой быстрый мир сейчас, и что по-другому нельзя, и это самый лучший способ для выживания. Вы потом уже определите свою узкую нишу. Но сначала вы должны получить все. И это всегда положительно удивляет вот, работодателей. Вот, как раз насчет трудоустройства. От активной практики недалеко и до трудоустройства. Вот расскажите, какая дальнейшая перспектива трудоустройства наших студентов после академии? Вообще нет проблем никаких. Я вам хочу сказать, что, во-первых, у нас всегда поступает много заявок на
то, чтобы принять на работу. Я хочу сказать, что вот наши региональные заказчики, им не хватает наших выпускников. Вы же сами знаете, что студенты 4 курса уже многие работают на телевидении, на радио, потому что мы востребованы. Ну, вообще никаких проблем с этим не существует. А если кто-то уезжает из ребят в другие регионы, проблема, когда начинают говорить: ой, а что если у нас там диплом ЛНР? Да? Но у нас же есть еще не только ЛНР, у нас же еще и российские дипломы есть. Но я хочу сказать, что их дипломы ЛНР вообще не смущают. Начинается с того, что сначала дают задание, смотрят, как вы его выполняете, а только потом уже там в 5-х, в 10-х, 25-х говорят: покажите диплом. И то в отделе кадров, когда тебя трудоустраивают. И слово ЛНР их вообще не смущает. Ну вот в России нет. Но я знаю ребят, которые в Украину уехали сейчас, вот, получив диплом, уехали работать в Украину, на государственном телеканале работают. Расскажите о трудоустройстве наших студентов. Где закрепились наши выпускники, в каких городах, на каких телеканалах? Вот самые яркие, ярких представителей назовите. Наши выпускники работают, помимо того, что каналы там, Украины, да, основные, молодежные, работают в Москве, работают в Казани, работают в Тюмени, работают в Питере, кстати. Да. Астрахань. Астрахань, да. И есть студент, который тоже для нас это была странная вещь. Ему не жалко там определенной какой-то суммы. Он Югра, это Ханты-Мансийск, вот. Вот под Ханты-Мансийском город Югра, и он оттуда прилетает хотя бы раз на сессию, заочник, даже такой у нас есть. Наш разговор подошел к концу. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. А у нас в гостях была старший преподаватель кафедры кинотелеискусств Ольга Владимировна Гурская. И заведующая кафедрой кинотелеискусства, кандидат философских наук, доцент кафедры Романова Наталья Валерьевна. Спасибо за то, что пришли.